Сейчас мы будем делать еще одно упражнение для поясницы. Оно также помогает растянуть поясницу, укрепить поясницу, и не только поясницу, а полностью весь позвоночник. Делать мы будем его на четвереньках. Становимся на четвереньки, колени врозь, руки врозь, и мы выгибаем спину, прогибаем спину, попу наверх, голову наверх, и стоим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один. А теперь мы выгибаем 8, растягиваем 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще раз прогибаем 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И последний раз. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И делаем чуть быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вниз, вниз, наверх, наверх, вниз, вниз, наверх. Наверх, вниз, вниз, наверх, наверх, вниз, вниз, наверх, наверх. И на один счет вниз, наверх. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще. Восемь, семь, шесть, пять. 4, 3, 2 и продолжаем. Еще 16, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И делаем круг. Раз. Два, три, и в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь ставим локти и делаем то же самое. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Вверх, вниз. Пять, шесть, семь. И повторить. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. И еще. Восемь, семь, шесть. Пять, четыре, три, два, один. Вытянули руки, растянули спину, сели на ноги, вытянули руки и расслабились. Расслабляем спину, плечи, шею, руки. И потихоньку поднимаемся.